Лайв-студія продовжується. І зараз у фокусі ефіру опиниться ОСББ «Нові Черемушки». Мешканці вимушені вдаватися до перекриття дороги. Про це будемо говорити просто зараз. До нас завітали Олексій Тихонов, заступник голови цього ОСББ, та Едуард Хіль, член правління ОСББ. Вітаю вас, панове. Добрий день. Тож, як ми і говорили, анонсоване перекриття дороги мешканцями даного ОСББ таки сталося. І на початку я представлю питання інтерактиву, тож ми запитуємо у вас. На ваш погляд, перекриття дороги як спосіб домогтися вирішення проблем. Це дієвий спосіб, перший варіант відповіді, або ж неефективний, але показовий. Голосуйте. 7263326 – це телефон прямого ефіру. Якщо у вас є питання або думка з теми ефіру, телефонуйте до нас. Отже, наразі маємо пряме включення з місця події. Там працює наш кореспондент Олександр Тарасенко. Олександре, вітаю тебе. Вітаю, Світлано. Зараз ми, власне, знаходимося на перетині вулиць Малиновського та Весняної. Тут у нас жителі будинку 53А по вулиці Малиновського. У них низка вимог. Як ви бачите, за моєю спиною близько 25-30 людей перекрили дорогу. У них низка вимог, зокрема, щодо того, аби переглянути тарифи. Власне, в нас одна із жительок цього будинку. Зараз ми з нею і поспілкуємося. Добрий день, представтеся. Добрий день, мене звати Світлана. Світлана, розкажіть, будь ласка, які саме вимоги у жильців? Ну, коротко, наш будинок в 2015 році зданий в експлуатацію з певними порушеннями. Нам обіцяли через 120 днів підключити до постійних мереж. На сьогоднішній день в нас немає електропостачання за нормальними цінами, як для населення. На сьогодні до сьогоднішнього дня ми платили 2,65, але на даний момент з нами договір обленерго не може заключити, тому що у нас немає технічних можливостей. Заказчиком нашої стройки виступало комунальне підприємство, тому дом, земля, на якому знаходиться наш дом, вона вважається городською. Городські власті всячески все це час намагались нам рассказать, что они все знают, они нам помогут, но на сегодняшний день ответ один – денег нету, вы крепчайте, никто вам не поможет. Собрать жителей нашего дома больше нам в районе 30 миллионов мы не можем. Мы просим комиссию от горсовета, депутатский корпус подключиться, понять, кто подписывал готовность нашего дома для ГАСКа в Киев. Мы просим Геннадия Леонидовича приехать к нам. Акция у нас бессрочная, и мы просим его помочь нам. Платить больше у нас нет сил. Скажите, как давно вас турбуют взагалі эти проблемы, и вот чему саме сегодня? Со сдачи дома с 2015 года, то есть это четвертый год пошел, мы все время платим по промтарифу. Вот. Платить больше нет сил. У нас Нафтогаз нам отказывает, у нас промышленный тариф. Света у нас получается, слава богу, есть, потому что мы там сделали какие-то внутри свои коммуникации. Но цена, люди не могут платить. Платежки двухкомнатной квартиры в районе 5000. Мы за свои деньги достраиваем то, что оставил нам наш застройщик вместе с коммунальным предприятием. Мы делаем полностью систему пожаробезопасности за свои деньги. Мы сделали пешеходную зону вокруг дома за свои деньги. Мы сделали ремонты в парадных за свои деньги. У нас 3,5 года, сдача дома, сдан и паркинг. За это время в паркинг не заехала ни одна машина, потому что нету пожаротушения, дымоудаления, висят провода электрические. Жители тоже немножко сделали за свои деньги, привели его в порядок, но пользоваться им мы не можем. У нас во дворе по щиколотку воды, у нас бетонные плиты, дети у нас играют на стройке, мы питаемся от стройки электричеством. Ну, вот так вот мы и живем. Скажите, будь ласка, наскільки відрізняється звичайний тариф від промислового? На сьогоднішній день для населення тариф рубль 68. Нам предлагают сейчас от 2,90 и выше, потому что будет плавающий.
То есть разница больше, чем в одну гривну. На сегодня, вот до сегодняшнего дня у нас нету долгов перед Облэнерго. У нас полностью мы рассчитались за долги нашего застройщика. Мы погасили всю его задолженность и регулярно каждый месяц мы платим за то, что потребили. И до сегодня нам выставляют счета 2,65. То есть больше гривны мы каждый месяц переплачиваем. За время, с момента создания нашего ОСББ, у нас ОСББ уже 2 года, мы переплатили больше 2 миллионов гривен. Я думаю, что коммунальное предприятие должно возместить людям эти деньги. Дякую вам, Світлано. Нагадаю, ми знаходимося на перетині вулиць Малиновського та вулиці Весняної. Тут місцеві жителі будинку по вулиці Малиновського 53А перекрили дорогу. У них низка вимог, зокрема, переглянути тарифи. Мітинг, вони кажуть, буде безстроковим. На цьому у мене все, Світлано. Олександр, якщо можна ще одне питання. Хтось вийшов до людей, що обіцяють? Поки що ніхто не вийшов, поки що тут є поліцейські, які стежать за правопорядком, ну і наші колеги-кореспонденти. Дякую, це був Олександр Тарасенко, він наразі знаходиться на місці перекриття дороги мешканцями ОСББ «Нові Черемушки». Отже, маємо таку ситуацію, яка вже тягнеться роками, 3 роки, так? З 2015 року. Розкажіть, будь ласка, як таке могло статися і до кого ви намагаєтесь достучатися, як вирішити проблему? Будь ласка, розпочинайте. Стучимо ми вже на протяжі 3 років городським властям з нашими проблемами, з нашим недостроєм всього дому. Недостроєно у нас дуже багато, як би. Ні двора нет, ні газу по государственним тарифам нет. Ни электроэнергии по государственным тарифам нет, лифтов нет в доме полностью, пассажирских лифтов нет. У нас ездят только грузовые лифты на сегодняшний день. Ремонта парадных нет, паркинга нет. Стоимость, чтобы закончить нам только паркинг, нам надо около 6 миллионов гривен, только паркинг. Двор, чтобы закончить, надо около 3 миллионов гривен. При цьому будинок вважається тим, який зданий в експлуатацію. Совершенно верно. Люди отримали право собственности. Тобто кожна квартира вже принадлежить якомусь громадянину. Угу. Питання прозвучало і під час включення. Хто підписував в такому разі готовність дому, якщо він не готовий ще багато часу, щоб все доробити в ньому? Ну, готовність дому підписував ГАСК київський. Ну, соответственно, с принятием здесь на месте тот же заказчик строительства, управление капитального строительства города. Когда мы обратились, ну, с официальными письмами в соответствующие инстанции, нам было сказано: ребята, вы что-то путаете, у вас все хорошо, у вас дом сдан, у вас все коммуникации сделаны. Ну, и на этом вот сейчас мы пытаемся судиться с УКСОМ. Мы где-то с год назад встречались, была встреча в Малиновской райадминистрации, присутствовал там заместитель мэра города Рябоконь, где под камеры нас заверили, что да, мы вам поможем, и подстанцию построим, все будет хорошо. Зная, что бюджет города принимается фактически в конце предыдущего года, мы еще в ноябре месяце, я лично пытался, обращался в приемную Орловского сначала, мне сказали, что он этими вопросами не занимается, потом в приемную Рябоконя. Меня сначала девочка отправила к его помощнику, я когда дозвонился, говорю, вот так и так, такая ситуация, мы хотели бы увидеться и услышать от него что-то. Он говорит, ну я вам ничего не могу сказать, он сильно занят, перезвоните мне там через час, я вам что-то отвечу. В итоге я после этого раза 3-4 дня звонил, трубку просто никто не берет. Потом на Фейсбуке в общении с одним из депутатов мне было сказано, что городские власти не видят смысла выделять нам эти деньги. Ну вот. Поэтому, ну, мы уже у вас здесь
просто постоянные клиенты, как говорится. Потому что проблема не вирішується. Нет, проблема не вирішується. Нам только обещания. Мы, ну, было это ноябрь-декабрь месяц, там уже военное положение было, мы не хотели дороги перекрывать, чтобы как-то не накалять обстановку в городе. Вот. Нам поэтому пришлось вот сейчас. Мы сначала обратились в Малиновскую райадминистрацию, с просьбой встретиться. Да, нам пошли вроде бы навстречу, но прислали какого-то главного инженера с УКСА, прислали каких-то работников непонятных с КП. Вот. В общем, нам пообещали, что мы передадим ваши просьбы в город. Ну і все на цьому діло. Ми знову обіцянки? Да, знову обіцянки. Причому, наче місто не знає про ваші проблеми. Да, причому ми йшли на цю зустріч, щоб виробити, ну, какие-то, прийти к какому-то рішенню вопроса, хоч як-то щось здійснено. В итоге нам начали опять розказувати, що ми, УКС, ніякого отношення к вашому дому не имеет, хоча по договору, по закону, вони несуть точно такі ж відповідальність, як і Желязков, наш застройщик, який нас строїв, який зараз находится в розыске. Вот. Ну, и нам пришлось прибегнуть опять же к еде. Да, мы понимаем, что мы создаем неудобства для людей в городе, потому что, ну, люди ездят, то есть у нас довольно оживленная магистраль, но иначе привлечь к себе внимание, причем вот это ТП, о которой идет речь, это ТП не для нашего дома. Значит, это ТП, от нее должен будет запитан на Малиновскую, если жилой комплекс «Эталон». И там большая часть микрорайона должна запитываться от этой ТП. То есть это, в общем-то, не наша тоже проблема. И мы пытаемся, вот 3 года мы пытаемся достучаться. Поэтому у нас фактически одно требование – создать комиссию, чтобы горсовет создал комиссию для расследования деятельности должностных лиц управления капитального строительства с включением кого-то из нас, там, из членов правления, из жильцов дома без разницы в эту комиссию, и чтобы наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Ну, а пока, потому что мы не будем платить по тарифу 2,90, а тем более он плавающий до 3,50, пока, чтобы КП компенсировал вот эту разницу. Мы согласны платить по нормальным жилищным тарифам, у нас задолженности нет, придобыл энерго, эту разницу, чтобы пока компенсировало коммунальное предприятие. Все ж до цього моменту, 2019 року, платили мешканці, і, як сказала одна з мешканок з включення, 2 мільйони гривень сумарно заплатили за промисловим тарифом, да, мешканці переплатили. Да. Ага. Кожна квартира в середньому переплачивает ежемесячно 500 гривен. То есть, грубо говоря, 450 квартир, ну пусть 400, не все жилые, 400 квартир умножить на 500 гривен, это у нас получается 200 тысяч гривен ежемесячно мы переплачиваем за электроэнергию. Это только квартиры. Притом у нас еще есть расходная часть, это лифты, которые ездят по промышленному тарифу, насосная станция подкачки воды, которая работает тоже на промышленном тарифе, освещение парадных, которое работает на промышленном тарифе, система отопления, которая также работает на промышленном тарифе. И жители возмущаются, почему у нас очень высокий как бы СДПТ, обслуживание дома. И не всем удается объяснить, почему он высокий? Он высокий, в первую очередь, из-за того, что у нас промышленный тариф. А скажи, пожалуйста, когда в 2015 году мешканцы, ну и вы в том числе, так, заселялись в цей будинок, вы же бачили, что там есть недопрацювання, и вам, напевно, что, обещали, что это тимчасово? Да, были гарантийные письма, ага, что нам все это достроят, и все будет хорошо. Але вы уже заселяетесь? Понятно, что каждый хотел побыстрее заселиться. Угу. Потому что люди купили квартиры, некоторые свои старые попродавали, снимали съемное жилье, чтобы побыстрее заселиться в новострой. Как бы.
Ну, вообще, по законодательству, после сдачи дома, действительно, любому застройщику дается 120 дней на устранение каких-то недоделок да, по этому дому. И мы, я, если честно, когда вселялся, у меня в мыслях даже не было. У нас отопление в год, вот в 2015 году я сам вселился, у нас отопление включили 29 декабря. У меня в мыслях даже не было, что у нас нету вообще котельной. Котельная монтировалась последние буквально дни. Хорошо, что там не было мороза, все, и как-то это... Ми пережили. А що наразі відповідає забудовник? Забудовник, я же вам говорю, была встреча Малиновской администрации, они говорят, что, ребята, мы тут ни при чем, ищите Желязкова и с него спрашивайте. Хотя коммунальное предприятие получило для себя, лично для предприятия, порядка 500 метров жилой площади в нашем доме. Причем это речь идет не о 10%, ну, то, что передается каждым жилым домом для города. Громады. Да. Это именно калькомариаты. Просто деньги разокрали. А теперь нам рассказывают, что мы не виноваты, хотя на самом деле... Да, деньги мы не платили на управление капитального строительства, собирал Желязков, но четко в договоре прописано, они несут равнозначную ответственность перед нами за вот этот сданный дом. Поэтому мы спрашиваем с коммунального предприятия, где наши деньги. И просим городской совет создать комиссию для расследования деятельности. Сьогодні безстрокова акція перекриття дороги. Коли все ж розблокують? Коли хтось вийде до людей і запевнить, що буде створена комісія, чи як? Не знаю. От ми ждемо, надіємося, нам ми надіялися, що сьогодні хоч хтось приїде. Ну, видите, поки що нікого нету. Ну, поки це, скажімо так, мирна акція. Якщо це не подействует, я не знаю, ми яким-то другим мірам, мабуть, буде винуждені прибігати. Яким, я навіть не знаю, чесно вам скажу. До яких? Вживатися очередное завтра. Будет перекрытие дороги. Более. Может быть, Киевскую трассу перекроют. Это не первое, да. Я думаю, и не последнее пока. Ну, как-то достучаться до властей надо. Должны как бы перевести на нормальные наши городские тарифы. То есть РУП 68 свет. Я уже не говорю сейчас за газ, который мы покупаем по коммерческой цене для топочной. Который на 30... Не 8,50, а 12-13 гривен в этом году мы закупаем газ. Да, для то есть на 30% он дороже получается, чем для всего города. То есть это работает котельная у нас на коммерческом газе. Естественно, у нас отопление тоже на 30-40% получается дороже, чем везде там в таких домах аналогичных. Ще раз нагадайте, скільки мешканців потерпають і від цієї проблеми, і вимушені платити за такими тарифами? В комплексі знаходиться 450 квартир, в першу чергу. Плюс 1500 жителів. Да. У нас практично дом повністю заселений. Кожна квартира в середньому 3 чоловіка, от вважайте. Все ж у заступників міського голови є прийомні години, коли вони мають бути на робочому місці. Чи намагалися ви достучатися у той час? Намагалися. Ми намагалися прийти на сесію горсовета. Ну, ви знаєте, туди попасть просто невозможно. Записатися на прийом в Труханову можна записатися, але прийому реально нікакого не ведеться. От ми просто пользуємося, скажімо так, телевидінням, пытаемся достучатися до Геннадія Леонідовича. Може бути, він не в курсі, що у нього там відбувається, що його роботники роблять. До нас доходили слухи, що роботники рапортують, що робота ведеться, і всі ці недоділки, які нам обіцяли, вони устраняться. Ну, на самом деле, ми бачимо, що все далеко не усі так. Усі недопрацювання. Да, навіть да, усі такі, да, ну, це вже обіцянки-обіцянок. Да. Скажіть, будь ласка, все ж, які подальші дії, ну, це традиційне питання, що можна ще запитати. Перекриття дороги маємо. Я думаю, що все ж буде розблокування, люди, є люди. Люди ні в чому не виновні. Так, да. Що далі? Вот посмотрим, сейчас ждем от них ход, как бы. Если они опять не выйдут с нами ни на какую связь, будем дальше Малиновскую администрацию также блокировать. Записываться на очередные собрания к ним. Может быть, Киевскую трассу придется перекрыть, чтобы услышали нас в Киеве. Больше резонансно было, да, так? Да, да. Все, наверное. Вот на данное перекрытие мне звонили, подтверждали, приехало порядка 7 телекомпаний одесских. Ну, в том числе и вы.
Ну, одна справа – приїхати, висвітлити, і потім люди розійдуться, чи буде вирішення питання? Ну, нам сьогодні дзвонили вже з Малиновської адміністрації, коли узнали, що ми наконец-то таки перекриваємо дорогу, і говорили, що, може бути, не треба. І... А почекайте, не перекривайте, да, ми вже почали розбиратися. Ми сказали, що ми зупинити цей процес не можемо, люди вже самі хочуть, і просто, ну, дійсно, жити так невозможно. Ну, платити по 5 тисяч в отопительний сезон – це слишком. Це середня квартира, да, грубо. Трьохкомнатна, там за 6 тисяч. А метраж який, тому що двокімнатна квартира може… Ну, 75 метрів. До 80 метрів двокімнатна, як би, доходить. Трьохкомнатна за 100, там, 102-112 метрів. Це при тому, що нам в цьому році вдалося запустити у нас дом з битовим газом, ну, газові плити, да? Нам удалось в этом году запустить газ, и сейчас вот за счет этого мы, потому что мы готовим уже на газу, за счет этого нам немножко удалось снизить энергопотребление, ну, соответственно, и платежки в этом году. Потому что в прошлом году у нас доходило до, вот в моей квартире, где-то 800-900 киловатт зимой. Ну вот, ну вот умножьте это на 2,60, и вот посчитайте, какая цена. На 3, грубо говоря, то, что сейчас предлагают, да, а сейчас предлагают еще это на 3, а там тариф плавающий, то есть там могут сделать как от 2,90 до 3,50. Угу. Повертаючись до перекриття дороги, бачили, що, ну, не так багато людей вийшло, десь, ну, 20 нарахував наш кореспондент. Чому все ж невелика кількість, аби було більше людей, було більше резонансу? Ну, сьогодні просто, наверное, дійсно дуже холодно на вулиці, тому що в прошлые рази люди виходили і з колясками, і з дітьми. Я зараз смотрю, рабочее що дітей нету. Зараз, ну, зима, люди ще болеють. Как бы, от сьогодні должен був ще один чоловік прийти в студію, але він просто заболів, не смог прийти, він з температурою лежить. Вот. Ну, думаю, что если свет, потому что мы сейчас не можем выставлять, фактически мы не знаем, по каким тарифам выставлять свет для жильцов, соответственно, у нас долги накопятся, и РЭС нас когда-то отключит. Вот. Ну, думаю, когда отключит РЭС, люди уже просто сами выйдут, и я думаю, что это уже будет далеко не мирная акция. Добре, давайте ставити на цьому три крапки, тому що ситуація так зависла в повітрі, не знаємо, як вона вирішиться. Наразі, як я розумію, перекриття дороги все ж продовжується станом на 17-ту годину. Говорили про ОСББ, проблемне ОСББ «Нові Черемушки». Чому мешканці цього об'єднання співвласників багатоквартирного будинку змушені вдаватися до чергового перекриття дороги? Давайте подивимося підсумки інтерактиву. Тож, таке загальне питання. Перекриття дороги, яке стало вже традиційним способом вирішення проблем, в тому числі в Одесі, більше 75% вважають, що це показовий, але, на жаль, безрезультатний спосіб вирішення проблем. Ну, а за кілька хвилин дивіться світові новини на 7-му каналі.